всем доброго утра. Стоял, зонтик лизал. Плохо мы погуляли, да, Бась? Вышел, стоял под зонтиком, пописил, и все. И все, и ночью он уже пеленкой пользовался, значит, уже все. Осень, дождь, и пошли в ход пеленки. Не хочет он гулять, не знаю, как у кого собачки. Может быть, ему дождевик купить, я даже не знаю, но гулять он не хочет. Отказывается, когда на него капает дождик, да, Васюль? Чё ты? Вон сколько от тебя шерсти. Сегодня уборка у нас. Васюль, сегодня уборка. Я собираюсь на работу. Расстроилась вчера. Делала ногти и Кате. И она мне показывает, присылает, что у нее на указательном пальце скол. Я говорю, что такое? Она говорит, я коробки открывала. Ну, или коробки так открывала. У нее такая работа, связана с тканями, распаковка, нарезка там у них. И какие-то коробки она открывала. Она говорит, я всегда открываю коробки. Ну, в общем, девочки, первые проблемы. И я уж такая думаю, толстый торец. Или она так задела, или что. В общем, я расстроилась. Ну вот, первые неприятности. А вчера была Ольга, и ногти от нее относились у нее хорошо. В общем-то, новую базу, которую я купила, Virgin, она на проблемных ноготках держится, говорят, хорошо. И я ей вчера укрепляла этой базой. Она такая с шиммером, с блестками, с мелкими. И получается, что подготовила ноготок вот этой вот базой и на двух пальчиках сделала ей блесточки. Ну, там отдельный лак такой с блестками. И она улетает в Дубай. В общем, посмотрим, как будут носиться ногти. Пока цена у меня, конечно, невысокая. И переживаю. В общем, какими все-таки базами пользоваться, какими исключать, потому что они бывают проблемные в носке. Ну, вот уже первая неприятность. И я расстроилась. Иду на работу. Дождик на весь день, говорят, будет. На весь день. Сейчас на лужи посмотрим. Говорят, если с пузырями идет, значит, на весь день. С пузырями. Пузыри. Значит, на весь день. Как и пишут, не обманут. Такая огромная лужа. Я иду, у меня сейчас будет клиентка, бабушка, на стрижку. Так, потом, наверное, в час еще кто-то, я не помню, кто-то записывался. И на 3 часа Лада, на педикюр без покрытия. Мое любимое, без покрытия. Да, у меня страдает еще покрытие. Нет, педикюр нормально все. А вот маникюр еще, конечно, педикюр лучше носится, он всегда носится. А пальчики у нас, как говорится, эксплуатируются. Мы коробки открываем, мы, как вот Катя. Кто-то стукнул, кто-то еще чего. Кто-то в баню пошел, несмотря на то, что нельзя. Бывают сколы, бывают трещинки. Вот, яблок мне принесли. Такие вкусные, сочные, с дачи. Сезон яблок осенних. Мне несут клиентки яблочки. Обожаю яблоки. Дождик на весь день, как и обещали. Собаки гуляют. Кстати, вот ее мама вчера была у меня на маникюре вечером. Но у нее все нормально. У нее носились ногти хорошо. И пришла она за новыми ногтиками и уехала в Дубай. Узнал свою машину, похоже. Я сижу, у меня была одна клиентка. Сейчас буду... Что я буду делать? Учиться того, чего я плохо у меня получается. А это покрытие. Ох, не любит Баксик мокрую погоду. Да, Бась? Я его одела в зимний комбинезон. Ну, а что делать? Иначе мы будем сикать на пеленку дома. Вообще не будет. Выходить вообще не будет. Все?
Это все было? Такая красота у нас. Листочки падают, кружатся. Дождик весь день, всю ночь был. Иду с обеда. Будет у меня педикюр без покрытия, придет Лада. Смотрите, сколько листьев. Так красиво. В новых брюках. Хотел показать вам стену вот такую еще сделали красивую. Даже в паблике опубликовали. О, уже и мусор даже убрали. Красиво. Иду заранее. Придет она к 3, время 2. А вспомнила дома, что кусачки не приготовила. Там еще кое-что. Ой, расстроилась вчера из-за Катиного ногтя. И я так думаю, все-таки из-за того, что я сделала торец толстоватым. Все-таки, наверное, не наверное, а моя ошибка. Ну и коробки. Коробки открывать пальцами, да, тоже. Такая я так и буду за всем, за всех переживать. За каждый палец чей-то. Голубь какой. Какой интересный. Так, иду, хоть и дождик. Не хочу раскрывать зонт. Знаете почему? Потому что уже что-то стали ломаться у меня эти спицы из-за ветра. Видно, вырвало. Видите, спица торчит отдельно от ткани. Ой, и надо будет покупать новый зонтик. Что-то он какой-то плохо раскрывается. Проблема, я не могу себе купить зонтик, потому что нет времени. Такая у нас погодка. Над Волгой туманчик. Дождик весь день. Так и не прекращается. Я зашла полюбоваться листочками. Что-то новое они посадили, вот тую. Это вот розы у них там еще не укрытые. Цвели они вот эти розочки. И там розочки. Скоро будут заморозки. Розы надо будет укрывать. На следующей неделе вроде как уже к выходным обещают заморозки. И сейчас вот Лада у меня была, делала педикюр. Говорит, завтра пойду менять колеса. У нее там ну, как кто-то уже с постоянной. Постоянный, кто ей меняет, говорит, завтра уже. Я говорю, ну, молодец. Еще и цветочки вон есть. Эх ты, милота. Классненькие. А я все про палец Катюшкин, который коробками она сорвала, или не коробками. Я ей пишу, Катюш, приди, я тебе переделаю. Она говорит, я не могу. А в понедельник она уезжает в Москву на выставку по плюшу своему. Она плюшем занимается. И я говорю, так, давай сделаем так. Ты приедешь после Москвы, и я тебе полностью маникюр сделаю бесплатно, другим цветом. Хорошо? Она говорит, хорошо. И поцелуйчик. Вот, говорю, спасибо большое за доверие. Понятно, что не на тебе учиться, потому что дети малые, как бы, но сделаем. Опять поднялся бешеный ветер на улице. Ой, хотела закрыть. Так, ну что, разбираем покупки. Это басеньки в магните сейчас зашла, взяла колбаски. Печеньки с маслом. Масло, это все, это в магните. Это в магните. И хочу вот такой легкий супчик сардины. Тоже купила в магните. Что мне пришло с Валберес? Вот Аравия. Хорошая фирма такая. Я и крема беру Аравии. Взяла крем-парафин.
для рук, ног. В общем, вкусненький. Да, это с Валберис. Это тоже с Валберис. Тут кисточка пришла для мелких прорисовок. И положили в подарок щеточку. Спасибо за подарок. Так, это тоже магнит. Это Валберис. Все, что с наклейками. Чистодес для рук. Это незаменимая вещь. Чижики. В чижики я взяла вот такую бумагу. Полотенце бумажное. Недорого. По 69, что ли там. Масло взяла Светаева. Не знаю, кто в чижике продукцию Светаева ел. Девчонки, напишите. Вам нравится? Там молочка, масло, сметана. Что еще-то? Молочка. Молочка это для меня молоко. Что-то хочу достать из пакета, он прилип. Вот масло 72%. Лимончик один к чаю. Так, это у меня верхние формы. Это наращивание на верхние формы. Буду делать. Дальше сгущенка. Тоже Светаева. Говорили, что тоже хорошая. Не знаю, сейчас открывать не буду. У меня еще своя не закончилась разрыхлитель. Сколько я взяла? 3 штучки. Разрыхлитель теста. Так, а это я купила себе, заказывала масло для волос. Парфюмированное. Я его обожаю, это масло. Это для волос. Это уход. Так, ну и что, все? Все. Что-то еще. Наклейки новогодние. С Дедами Морозами. Вот такие вот наклейки. Да, Басенька, сейчас все дам. И вот такой лачок. Очень хвалили. Зеленый с блестками. Красивый очень. Потом я его покрашу, посмотрю. Покажу вам. На типсах, как Басенька ждет колбаски. Колбаски? Глаз! Глаз у тебя сверкнул! Ты как кошка. Кстати, в темноте у него глаза светятся. Вот он. Мы с ним озоровали, бегали в темноте. Он тут за мячиком. И у него из темноты выбегают у него. Блестят глаза, как у кошки. Ну что, дам сейчас я тебе.